Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Smiley World, и это я. Вы видите тут особую коробочку. Ух, какая коробочка, классная, да? Это геймпад красный для PlayStation 4. Заказал я его на сайте 1С Интерес, и они тут это, подогнали еще редбульчик. Такой подарок и маленькую бумажечку. Можете прочитать, если хотите, что тут написано интересное. Все тут классно, дешевенькая такая штука. Не ожидал, не пью энергетики. Может, попробую редбульчик бахнул, но не уверен. Ну вот, короче, вот он. Геймпадик красный. Почему красный? А потому что красный. Был вариант синий, белый, черный. Черный у меня и так есть. Вот он, посмотрите, уже старенький. Тут, кстати, написано то, что этот DualShock версии 2. Ну, наверное, вторая ревизия, типа какие-то исправления от первой и все такое. Давайте вскроем его, а? Уже. Давайте-ка мы его уже вскроем, дорогие друзья. Ссылочки на сайтики, где брал геймпад, будут в описании. Естественно, это не реклама, потому что мне никто не платил. Просто сейчас идет скидка от PlayStation, от Sony, типа летняя распродажа, и как раз можно приобрести и игры, и консоли, и геймпады, и все такое. Короче, вот он, красный такой клевый геймпад. Вообще, ух, какой он клевый! Он, у него материал, ну, может, потому что я уже свой обдолбил. Материал, наверное, другой. Ну, наверное, потому что я его не обдолбил. Выглядит один в один, только цвет другой. Ну, ух, как клёво-то он. Клёво он. Он клёвый, реально. Плажечка тут есть. У меня она оторвалась на моём. Гениально. Она болталась, мешалась. И выдернул. Это, надеюсь, продержится дольше. Ну, он, ну, новый, естественно, офигенный, четкий, офигенный, йоу. Да. Рад покупке очень сильно. Там до 17 числа, ну, этого месяца, естественно, эта акция идет. Спешите покупать. Берите, берите. 1С я знаю уже давно. Я покупал что-либо от них. Игры на PS4, игры на Switch и так далее. А вот тут решил геймпадик-то приобрести, и ух, какой он клёвый. Клёвый. Рад покупке. Пишите в комментариях, если вы что-то тоже купили в этой распродаже. Пишите свои впечатления данного ролика. Надо ли делать еще такое? Ну, типа, покупаю я что-нибудь и ролик делаю, я не знаю. Пишите. Пока.